Приветствую вас, дорогие зрители. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, подписчики. Еще один аппарат для измерения давления, купленный совсем недавно. Куплен примерно полгода назад, не поверите, в АТБ. Разве можно купить серьезный прибор в АТБ? Да, конечно же, нельзя. У многих такое предубеждение. Нет, друзья, отличный измеритель давления. Притом он выдает результат на фазе накачки, а не как остальные, когда начинают уже спускать накачанный воздух. И показывает очень точно. На предплечье манжетка одевается. И сейчас буду пытаться встраивать туда такой же аккумулятор, как и в прошлый измеритель давления от Action камеры. Аккумуляторы вот от этой камеры. Crosstour. Я совсем немножко ей попользовался, и что-то мне не зашло. Когда покупал эту камеру, думал, что буду нырять с камерой, снимать подводный мир, и потом как-то перегорело. Внутри отсека для аккумулятора мы можем видеть контакты для подключения аккумулятора, токосъемники, наверное, да, можно и так выразиться. И вот сейчас я хочу переделать его на аккумуляторы, потому что я устал покупать батарейки. Надолго их не хватает, хоть дюраселлы, хоть попроще, потому тема актуальная. Почему от Action камеры? Почему в корпусе? Потому что удобно поставить на родное зарядное устройство и зарядить. Естественно, я поставлю здесь преобразователь. Емкость, смотрите, емкость 1000 мАч. Аккумулятор 2018 года. Вот они у меня мало БУ. И надо их куда-то применить, пока они совсем не состарились. Я, конечно же, поставлю здесь преобразователь. Подключусь к вот этим клеммочкам плюс-минус и поставлю какой-то переключатель, микропереключатель, чтобы отключать преобразователь. Вот такая у меня мысль. Здесь в корпусе есть изгиб такой классный. Вот в этом изгибе где-то сзади в крышке и нужно, чтобы был переключатель, чтобы когда ложишь его вот так вот, чтобы выступающая часть этого переключателя не мешала работе аппарата. Вы уже увидели, что я его раскрутил. Всем интересно, и мне было интересно, как же он там устроен. Помпа 6-вольтовая, когда батарейки совсем слабые, начинает выдавать неправильные результаты, потому что медленно качает, не хватает напряжения. И все, да, друзья, и все, не больше, чем в остальных аптечных. Я не знаю, как в других аппаратах. В этом аппарате микропроцессор — это капля. Он где-то там на плату напылен, сверху закрыт. Ничего не знаем, что это такое. Есть какой-то бейджик. 2021 год. Хочу вам подробнее плату показать. Может быть, придется кому-то делать ремонт. Что на ней есть, что на ней нет. Куда подпаяны провода. Сразу мысль такая была встроить внутрь корпуса, но места мало под те аккумуляторы, которые у меня есть, маловато. Потому решил, вместо батареек нужно какую-то вставочку. Все должно выглядеть, как будто нет никакой переделки. Задумка простая, многие с моих слов понимают, что делать, но кто-то, возможно, не знает. Аккумулятор Action камеры 3,7 вольта. Когда он заряжен, на нем 4,2 вольта, разрядить его можно до 3 вольт. Ниже сработает защита, которая в составе аккумулятора. Так вот, нам нужно к аккумулятору подключить преобразователь,
который из этого напряжения нам сформирует постоянно 5 вольт. И так как преобразователь потребляет энергию, я не хочу ему отдавать эту энергию, я поставлю выключатель. И когда я эту цепь разрываю, нет питания на преобразователь и, соответственно, нет питания на измеритель давления. А можно и не разрывать эту цепь, будете просто чаще заряжать аккумулятор. Кто-то скажет, да и ладно, вытащил, поставил на зарядку, зарядил и опять пользуйся, зачем так усложнять? Но я хочу эти циклы заряда-разряда делать реже, потому все-таки интегрирую выключатель. Смотрите, как это получится. Смотрите, где защелки на корпусе. Разобралось несложно. Защелки не сломались. Предварительно нужно открутить. Вот здесь вот два саморезика. И все. У меня уже резиночки потерялись. Где-то слабо их клеят. Пленочку я не снимал. Сделаю переделку, покажу вам, как работает. Работает замечательно. Пластмасса качественная. Ничего плохого сказать не могу. А внизу, смотрите, уполноваженный представник в Украине, товарищество АТБ Маркет, місто Дніпро. Минус и плюс, куда нужно подключиться. Ну, можно изнутри прямо провода вывести, припаял к тем клеммам внутри. Испортил немножко, выкусил выступ, потому что он мешает. Я уже вам показал, что я снял крышку, потому что по толщине он не помещается. А вот так вот выступы заходят внутрь, и классно крышка закрывается. Важно, чтобы та начинка, которую я туда придумал приспособить, она поместилась, крышечка закрылась. И вот здесь в углублении переключатель. Слева направо, вот я думаю, какой, как его там закрепить. И чтобы так, хочешь опять батарейки, открыл, это монолитиком вытащил, вставил батарейки при желании. И чтобы легко аккумулятор отключался от этой системы, поставил его на родной зарядничек, зарядил, опять подключил. Не сколько той работы, сколько времени уходит на анализ, обдумывание, на конструирование. И придумал я вот так разместить переключатель. Вырезал вот такую платку туда вперед, разметил уже, где будет у меня окошко в крышечке, именно на изгибе. Так, дальше. Внутри подпаял и вывел два провода. Черный минус, красный плюс. Получился вот такой модуль. Учтите, что я его сделал буквально за часок. Повышающий преобразователь. Я убрал перемычки. 5 вольт у меня выход. Не надо нам там сильно повышать. Достаточно, я уже попробовал. Сейчас побыстречку окошечко. И вот там какое-нибудь красивое отверстие, чтобы было видно свечение синего светодиода. Он на платке есть. И удобно будет посмотреть, включилось питание или нет. И, соответственно, и выключить, чтобы не светился светодиод. Манжету установил. Хорошая, плотная, нравится. Нажимаем кнопочку. Смотрим и слушаем. Ничего себе! Нервничаю, нервничаю. Снимаю ролик, делаю, конструирую. Вот такое вот давление. Просверлил отверстие. Видно свечение светодиода на преобразователе. Можно вообще-то вклеить какую-то линзочку красивую. Есть у меня от телевизоров много разных. От системы
приемника инфракрасного излучения, такие там красивые цилиндрики. И можно отрезать какой-то кусочек и вклеить, будет еще красивее. Смотрите, то, о чем я говорил. Переключатель, он в изгибе. Если я сейчас привожу какую-то ровную поверхность, он совершенно не мешает возлеганию прибора на столе. В этом положении включен, в этом положении выключен, гаснет медленно. И включаю. Хоп, засветился. Давайте проведем замер. Я уже сказал, что данный прибор производит измерения на фазе накачивания манжеты. Не спуска воздуха, а на фазе накачивания. В этом какое-то у них ноу-хау. Да, недостаточно Александрович съел таблеточек сегодня. 173 на 105. Я проверял показания этого прибора и обычного с грушей, с тонометром в манжетке. Есть и у меня такой контрольный. Если не верить всем этим электронным, то я могу проверить полуавтоматическим. У меня их уже несколько. Если я вам уже показал два. Один на запястье, на аккумуляторе. А теперь и вот такой у меня тоже будет на аккумуляторе. Аккумулятор от Action камеры. Можно сказать, как в том ролике, крона из дрона. Вот мой первый переделанный прибор на запястье. Прекрасно работает. Я очень доволен. Хоть некоторым и не понравилось вот такое вот исполнение. Отлично работает. Не надо критиковать. И вот второй прибор на таком же самом теперь аккумуляторе. Все, батарейки я для них покупать не буду. Это огромная экономия по сегодняшнему дню. Я всем советую. А вот и зарядничек. Зарядное устройство для этих аккумуляторов сразу для трех. И я дополнил его возможностью заряжать 18650, 3 штуки. И вот здесь вот индикация происходит на шкале. Вот люблю я всякие такие универсальные вещи. А теперь еще и эти аккумуляторы у меня работают в двух приборах для измерения давления. Рекомендации для гипертоников-электронщиков. Вот так. Таблеточку пить нужно, Александрович. Таблеточку нужно пить. Вот о каких линзочках я говорю. Мне жалко такие вещи выбрасывать. Вот берете такой цилиндрик, где-то встраиваете, и у вас индикация красивая будет, яркая. Надо что-то из этого сейчас приспособить. Например, вот такой красивый глазок можно сделать. У меня даже была мысль сюда вольтметр смонтировать, для того, чтобы смотреть напряжение на аккумуляторе. Вот где-то здесь на крышке окно такое. Чудачество такое. Да не нужно все это, ерунда. Вот так вот красиво и все. А вот такой красивый пыптик, а? Теперь-то видно лучше, чем в отверстие. Ничего от старых телевизоров не выбрасывается. Даже клеем не обмазывал. Держится прекрасно. Так выглядит стеклышко изнутри. Я его выкусил бокорезами из какого-то большого куска. Так, вот так я все это нагородил. Вот как это все выглядит в отсеке для батареек.
вот этот вот упорчик, стеночка, обязательная. Потому что когда нажимаете на переключатель, чтобы переключить, если не будет этой перегородочки, вылазит плата. И контакты вот здесь нарушаются. Из чего я сделал контактики? Контактики сделал из выводов резисторов MLT-05. Мои контакты выглядят серьезнее и солиднее, чем у камеры. Использовал для изготовления универсальные платы из Китая. Вот их остатки. Резал, разрезал. Посмотрите. Выключаю. И хочу забрать аккумулятор. Да без вопросов. Забирай и устанавливай на заряд. И также в обратном порядке. Крышечка все хорошо прикрывает. Все хорошо продумано. Я попробовал и вам советую. Защелочки хорошо держат. Осталось только мне два саморезика назад вкрутить. Почти как на заводе. Надо вот эти вот резиночки найти и приклеить сюда назад. Вот так вот красиво на столе это все лежит. Нажали и пошел прибор в работу. Манжету надо надеть сначала, а я не надел. Спасибо за внимание, подписывайтесь. Я думаю, будет еще много раз интересно.